4 сентября временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов провел заседание Координационного совета Республики по экономической политике. В режиме онлайн в мероприятии приняли участие Заур Хамирзов и главы сельских поселений Кашхабского района. На обсуждение были вынесены доклады об инвестициях в основной капитал Республики Адыгея, мероприятиях по активизации деятельности в сфере агропромышленного комплекса и недропользования, вопросы нормотворческой деятельности в инвестиционной сфере и так далее.